Новый руководитель ведомства родился в республике Хакасия, окончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности электронное машиностроение. Второе образование маркетолога получил в Красноярском торгово-экономическом институте. С января прошлого года Евгений Юшков был заместителем руководителя краевого департамента информатизации. Также известно, что он был награжден медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани 3-й степени.